Всем салам алейкум, это Аким Дым. Было бы прикольно, если бы начинало все именно так. Аким Дым. На самом деле, я прям не могу. Так вот, у нас сегодня обзор табака Бута. Да, это мои партнеры. Мы с ними сотрудничаем очень долго. Но при этом мне говорят, как бы не хвалить. Ну как не хвалить, как есть. Да и обзор вроде не просили снимать. Но нужно снять, потому что это довольно-таки интересный продукт. Так, я поставил 4,25 угля Kyoko Turbo. Почему 4, я сейчас вам попробую объяснить. То есть это, наверное, какая-то специфика табака. Одну партию, то есть мне приходило в районе 30, наверное, вкусов, я их с горем пополам прокурил, потому что их было много, но с каждым вкусом мне... все больше и больше нравилось, и я решил прокурить все. Я не прокурил только пару вкусов, и у меня еще осталась ровно вторая партия таких же вкусов. Ну, я отсюда, правда, парочку спиздил уже вкусов, чтобы прокурить их еще раз. Так вот, это Бута Black. То есть, есть, конечно, в этом ошибка у Буты. Бута Fusion, Бута Classic, Бута Dark Line, Бута Grey Line, Бута Green Line, да. Слишком много непонятных линеек, но Бута Black, она немного необычная тем, что она в таких вот маленьких пачечках. В пачечке ровно 20 грамм. Обычно я забиваю 15 грамм. И именно с Бутой это неправильно. Да, то есть неправильно. Мне сказали, забивай ровно 20 в чашку. Но у меня, сука, привычка бить максимум 18 грамм. Поэтому у меня оставалось грамм 15 грамм, да? И я не знал, куда их девать, пока не встретился, собственно, с самой Бутой. Посидели, попиздели, посидим, попиздим. И они мне объяснили, что нужно именно забивать 20. Такая концепция линейки Black. То есть ровно 20 ты забиваешь в чашку, бросаешь 4 угля на колодку или фольгу, греешь и оставляешь 3. То есть, они это мне объяснили тем, что Дава, блядь, сука, это Бута Black, и нужно, чтобы она именно прогревалась, и нужно, чтобы объем чашки был полностью рассчитан на полное заполнение, то есть это 20 грамм. Тогда, типа, ты сможешь понять, что к чему. Я с ним спросил, блядь, чуваки, вы о чем говорите? 20 грамм забить в чашку табака до обычного курильщика в домашних условиях, это накладно. На что они сказали, типа, цена всего 130 рублей за Black. Я говорю, окей, 130 рублей за Black. Я говорю, это такая же Бута, средняя крепость. Они мне говорят, нет, мы разработали за 130 рублей охуительный табак, попробуй. Ну, собственно, мы попробовали, я его попробовал в Мамуне, я его попробовал в Как Надо. Недавно мы сидели в Хукаплей с Реутов, там тоже попробовали. Я поспрашивал мнение кальянщиков, но камеры с собой не было. Хотя надо было ее с собой взять. И он много чего интересного сказал, ну, кальянщик. Это было его крайне объективное мнение, и он делился со мной всеми этими впечатлениями. Ну, о его впечатлениях и моих впечатлениях чуть попозже. Давайте посмотрим, что у нас есть. На самом деле вкусовая палитра здесь примерно такая. Но ребята сказали, что вкусов будет больше, чем 120. 120 чичигага. 120, понимаешь? Это тебе не 50 вкусов. Это 120. Я спросил, блядь, а какие 120 вкусов можно, сука, сделать, блядь? Какие 120 вкусов? Это хлеба, это конфеты, это йогурты, это 50 вкусов печенья. Но не об этом, я не знаю, какие они будут делать вкусы, но здесь в основном такие самые стандартно-классические, типа ягоды, персики, малинки. И есть интересный вкус, это фахафина. Ее я у вас заберу. И сейчас, собственно, с этим попробуем все забить. Я вам покажу, какое сырье здесь, что к чему, как он выглядит внутри пачка. Угли у меня уже почти подошли. Кальян у нас есть, колба залита, чашка у нас есть. Так что давайте смотреть, что внутри у нас этой пачки. И дальше уже, собственно, пойдем
по протоптанной тропинке. Собственно, внутри у нас вот такой вот 20-граммовый пакетик. Очень хороший, очень прикольный. Там есть воздух. То есть, как бы, я не знаю, для чего это, нужен ли там воздух или это плохо, когда там воздух, я не могу понять. Там ровно 20 грамм, то есть примерно рассчитано, что я это вот так вот забью, поставлю колодочку и буду курить. Собственно, сырье выглядит вот так вот. Это настоящий Берли. Отсюда, наверное, такая цена в 130 рублей за 20 грамм. В принципе, недорого за хороший качественный продукт. Сразу скажу вам то, что я общался с людьми, они мне сказали, что не нужно эту буту сравнивать с другой бутой. Это совершенно другой продукт, только один и тот же нейминг. В плане того, что здесь чистейший Берли, охуительные ароматизаторы. И, конечно же, это, собственно, крепость. Крепость здесь стабильная восьмерочка. То есть такой крепкий, стабильный табак с хорошей ароматикой. Даже, собственно, как бы, главное на пол не уронить, а то пиздюляй дальше получу. В принципе, когда ты даже нюхаешь, ну просто нюхаешь, а отдает прям Берли. Давайте, собственно, мы сейчас все это добро 20 грамм попробуем уложить в нашу СТ-шку. В принципе, да, реально, 20 грамм можно уложить в СТ-шку. Ну, не учитывая того, что грамма 3-4 у меня осталось просто на пальцах. Так, все, дальше не смогу уже ничего скребуть. Сейчас попробуем все забить, поставим колодочку и начнем раскурить, и уже поговорим о его характеристиках. Короче, для меня это пиздец дико в последнее время. Раньше я так делал, но сейчас, чтобы я, блядь, дома или в рабочие моменты на классической стандартной даче поставил на какой-то табак 4,25 угля, да идите вы нахуй, сгорит же все. Но мне сказали, я делаю. Да, я давно уже так не курю. 4,25, оверпак, прогрев нет. Сейчас мы попробуем. Нам сказали, мы делаем. Будет гореть, скажем, горит нахуй. Давай перезабьем чашку, возьмем другую буту и сделаем по-моему, поставим 3 угля. Собственно, сейчас все это греется, сейчас мы прогреем и все, собственно, попробуем раскурить. А пока ставь лайки и... Короче, распыхтел я его, а на самом деле распыхивал не очень долго, как бы 4 угля все-таки дают о себе знать. Распыхтел, и могу сказать одно, то что на 4 курится куда комфортнее, чем на 3. Как бы я не знаю, я решил оставить пока на 4, пока не начнется перегрев. Скажу так. Давайте, собственно, конструктивная критика. Вкус фахафина. Она у меня еще, наверное, меня преследует со старой нахлой. Кто запамятствовал, что такое фахафина, или кто даже не знает, что это такое, то это помесь цитрусовых и чего-то сладенького. Такого типа мандарина, что-то такого, короче. Вкус прикольный, но я его не курил. Поэтому я его сейчас про него и рассказываю. Вкус прикольный, очень мягкий, ненасыщенный, и это даже к лучшему, потому что есть вкусы, которые прям реально перенасыщенные. Что касается остальных вкусов, то я могу смело сказать, что из 100%, процентов 20, они неудачные, но неудачные они, наверное, потому что над ними еще работают, и они дают на пробу, они дают кому-то прокуривать, читают мнения, читают отзывы о Блэке, да, и... Оттуда складывается у них уже такой план действий, который что нужно поменять. Вот они уже, грубо говоря, некоторые вкусы уже перерабатывают. Сейчас появится еще куча вкусов, и тоже после выпуска, после прокура определенной фокус-группы, эти вкусы будут меняться. Я тоже дал пару своих наставлений, что как сделать, что давит на горло, что не давит на горло. Мы прокуривали такие вкусы, как арбуз, и это самый сложный вкус, и арбуз реально немного... Странно себя вел, он реально химозил. Как и некоторые вкусы у буты тоже химозят. Что касается топовых вкусов, то они идеальные, наверное, на то они и топ. Их здесь большая часть. Если вдруг вы будете покупать буту, то обязательно возьмите фахафину, возьмите апельсин, возьмите манго.
Есть айс-манго, есть просто манго. Айс-манго такой более как бы холодный, логично, да? А вот обычный манго, он реально пиздатый. Он прям реально похож на настоящий зеленый манго. Не такой мультяшный, не такой сладкий. Под понятие мультяшный я имею в виду в том, что он не искусственный. Он реально настоящий, сука, манго. Если у меня был бы, я бы его сейчас забил бы второй раз. Вишня немного непонятная, на ней сейчас будут работать. Мы ее прокуривали тоже в Реутове. Кальянчик сказал, что она непонятная. То есть, когда забивал сам владелец вишня, она у него кислила. Когда забивал кальянчик, она у него мылила. То есть, тут такая грань немного непонятная. По крепости я прям чувствую крепость, но она довольно-таки приятная, мягкая, хорошая и... как сказать, сытная. То есть ты куришь, и ты понимаешь, что ты куришь какой-то табак, а не просто там воздухом, да, играешься. Также у меня все равно складываются вот такие сомнения по поводу этой 20-граммовой пачки. То есть, ну, я не знаю, это мои личные какие-то заебы, да, то есть, но... 50, как-то мы привыкли к этим 50, да, и тут хуяк тебе 20, ладно, с ВТО мы смирились, да, за такую цену 20 грамм, я представляю, если баночка была бы 50, сколько она стоила, но будто 20-граммовая, кому-то это в прикол, а кому-то нет. Но я задавал вопрос, почему 20, почему не 25, почему не 18 на чашку, они сказали, что чтобы сумма была круглая, именно граммаж, и нам проще было... Собственно, отслеживать, учитывать и все остальное. То есть блок это там, 20 пачек, да, там, хуй его знает, короче. Такая тема. По дымности все нормально. Я его сейчас тоже прокурю и обратно врублю камеру и скажу, через сколько я примерно покурил. Сейчас у нас на часах 16.55, я покурю его, наверное, минут 20 и скажу свое еще, наверное, окончательное мнение, уже стабильное на камеру, что я считаю об этом табаке. Прошло чуть больше получасу, минут 40. Скажу так, угли я даже не трогал, в принципе, стоял, курил. Вызвало немного сушничка, прям подсушило хорошо, поэтому пьем, собственно, какую-то хуйню, да? Так вот, сушит немного, есть такое, но, возможно, я не знаю, чем это связано, но меня жестко подсушило. По дымности ничего не поменялось, 4 угля так и простояли. По ароматике она примерно ослабла, наверное, с 5-минутного покура. Когда вот только 5 минут покурил, когда он разошелся, она ослабла, наверное, процентов на 30-40. Это круто. Да, это однозначно круто. Бля, вода в шланг попала, сука. Блять, вода. Ай, бля. По крепости, наверное, она потеряла процентов 50. Но все равно чувствуется. То есть я курю сейчас, и я понимаю, что я курю уже не просто воздух через полчаса. Фуф, даже, честно, накурило меня за получасовую сессию. Вот так вот, это будто Black, это вот такие 20-граммовые пачки. Думаю, самое такое интересное, важное и негативное я про него рассказал. Поэтому просто подписывайся, скоро 33 тысячи и новые охуенные конкурсы. И конкурсы будут каждую 1000 подписчиков.